Я думаю, что всех устроил. Вот. Еще. Нужно ли избавляться от биоты? Вот такой вопрос, так как у нас про биоту, ой, сколько мы говорим. Нужно ли избавляться от биоты? Ребят, я все-таки, наверное, за то, что, чтобы прорабатывать голову, потому что если у вас голова не проработана, вы в свой организм поселите и биоту, и личности, и подличности, и субличности, и еще хоть кого. Но пока вы разрешаете в себе находиться еще чему-то, либо кому-то, у вас всегда это будет находиться. И глисты, и черви, и биота, все что угодно у вас будут находиться только с вашего разрешения. Как только вы становитесь самим собой, как только вы становитесь целостным самим собой, то у вас уже подселенцев не будет. Вы будете четко понимать и снаружи, и снутри, что такое вы, что есть вы. Вы – это энергия, это не биота, это не субличности, это не глисты, и это не бесконечные чистки, вычищение чего бы то ни было. Поэтому, если вам… я все-таки, наверное, думаю, что люди, которые… топят за биоту, да, я бы так сказала. Это, наверное, те личности, которым не хватает, что-то у них не хватает в жизни, и они свое внимание направляют именно на тот процесс, который требует от них какого-либо действия, какого-либо внимания, какого-либо участия. Именно про это биота. Если вам есть куда себя применить, если вы настолько интересны перед самим собой, то я думаю, что вам не интересно будет чья-то биота, потому что у вас этой биоты уже не будет.